Последнее время полюбила вот такой вот фиксирующий спрей. Раньше им, честно говоря, вообще не пользовалась. Но, блин, это реально работает. Во-первых, у тебя, когда ты наносишь этот спрей, лицо становится не такое блестящее, а более матовое. Но и плюс, конечно же, косметика держится намного-намного дольше. Поэтому прям вообще мой фаворит на данный момент. Пользуюсь практически каждый день. Мы сейчас заехали на почту, пришла посылка от Mixit. Обязательно вам покажу, что мы там заказали. Если честно, идет еще одна посылка тоже от Mixit. Просто там сейчас сумасшедшая акция, 80% на многие вещи, и мы пройти мимо не могли. Так, давайте быстренько вам покажу, что мы тут заказали с мамой. Первое, это вот такой вот гель с ароматом мяты. Кстати, цвет просто обалденный. Смотри, какой цвет красивый, да? Он еще блестящий! Ребята, он блестящий, правда, на камеру это не видно. Но там прям внутри блестки. Так. Блестяшки. Так, и это заказала себе мама крем какой-то. Крем-мусс для всех типов кожи. С витамином А, Е, В, 5, ну короче, так далее. А следующий 90. 90. 90. 60. А в следующей посылочке мы заказали сыворотку для ресниц. Вообще, кто пользовался сывороткой для ресниц, пишите, верите ли вы вообще в ее чудо-средство, свойства. Типа она увеличивает ресницы, и ресницы становятся более густые. Мы посмотрим. Длиннее делает. То есть ресницы быстрее растут. Да. Мы посмотрим, протестируем обязательно, но это в другой посылочке, она еще не пришла, не дошла до нас. Милана куда-то ныкает эти. Там много, да, еще всего, о чем мы заказали. А еще здесь конвертик лежит. Так, здесь вот такая вот брошюрка от Mixit. Я сейчас все как всегда рассыплю. У меня уже на самом деле коллекция блокнотиков от Mixit. Они такие классные, сейчас покажу, открою конверт. Ой, такой блокнотик у меня уже есть. Но цвета обалденные, смотрите, какой он нежный. И здесь еще вот такие вот наклейки. Крутые. А мы едем сейчас в Ленту. Зашли сейчас в Ленту. Здесь, смотрите, на аксессуары, на все скидки. Такие вот невидимки. Крабики разные. Нам, кстати, нужно будет заехать в Фикс Прайс еще. Нам прозрачные резинки нужны. У нас вообще закончились прозрачные резинки. Вот, смотрите, какой крабик есть. Выбираем сейчас манго. Мы любим вот именно вот эта вот фирма премиум. О, да что ж, давай, мамочка. Вот такое вот мы брали, оно не очень. Оно иногда попадается твердое и неспелое. А вот такое вот вообще... жуткая манго. Вот так вот, если брать, она всегда твердая. Именно такие вот маленькие. Всегда а твердая. Вот это вот весовое. Мамуль, вот лучше. Не знаю. Вот эту вот фирму мы знаем, оно вкусное. Очень такое. Да. А еще мы брали желтое манго. Вот такое, по-моему, мы брали. Что-то нам не понравилось оно вообще. Взяла себе вот такую вот сыворотку, какая-то новинка, я, по крайней мере, не пробовала. Ананас, папайя и мята. И взяла вот такой вот сырок со сгущенкой, просто обожаю именно со сгущенкой, этот сырок, он обалденный. А это я решила попить сыворотку. Да, вот, я вся мокрая теперь. На самом деле, не так уж много пролилось. Да, ну не целая, совсем чуть-чуть. Целая, вообще ничего не осталось. Я надеюсь, это высохнет, пока мы доедем до дома. Нет. В смысле, видишь, нет? Сиденье, сиденье все нормально. Тут все пролилось в основном на меня. Бывает. Ты лицо хотя бы протерла?
Мы с мамой сейчас смотрим мелодраму, и я сейчас порежу еще манго. Купили сегодня. Должно быть сладко. Манго супер спелое, очень сочное и сладкое. Я уже почти закончила картину, но сегодня, наверное, ее не доделаю, потому что уже нужно начинать монтировать видео. Вот такая вот красота получается. Я решила сейчас разобрать свой рюкзак, так как он мне уже не пригодится, и все, что там лежит, тоже вряд ли мне пригодится. Давайте разбирать и будем все, скорее всего, выкидывать. Ну, посмотрим. Так, первое. Это подготовка к литературе, к ЕГЭ. Выкидываем это. Дальше. Это учебники ЕГЭшки разные. Русский, литература, еще. В общем, это мы тоже выкидываем. Можно, кстати, пойти макулатуру сдать. Потому что очень много всего ненужного. Это что? Это тоже мы выкидываем. Это мы выкидываем. И это выкидываем. Это, кстати, чистые листы. Они, может быть, пригодятся, поэтому пусть пока лежат. Так, это что? Тетрадка наполовину заполнена. Это тоже по литературе. Сейчас будет, на самом деле, очень много по литературе таких вот тетрадей. Но они, скорее всего, вообще никому не пригодятся, так как даже если Дана соберется сдавать литературу в 11 классе, то я ей уже скинула, на самом деле, таблицу, в которой приведены все важные цитаты, все концепты. То есть все самое необходимое в этой таблице есть. Поэтому думаю, что вот все вот это вот можно просто выкинуть, и это не пригодится никому, есть в электронном виде. Я сохранила и на диске, и в распечатанном виде у меня есть. В общем, точно везде сохранено это. Дневник можно тоже выкидывать. Какая красота, когда можно все выкинуть. Это тоже выкинуть. Так, это что? Это тоже выкинуть. Вот эту вот папочку я оставлю, потому что она классная. Она, кстати, может спокойно пригодиться Милане. Вот такая вот. Здесь два отделения. Одно вот такое вот большое на молнии. Ну, типа, как, знаете, молния, бегунок такой. И второе отделение сзади, просто такой вот карман. Но она классная, я ее оставлю. Она 100% пригодится. Акмеизм, футуризм, романтизм и так далее. Выкинуть. Это ЕГЭ тоже выкинуть. Это что такое? Кстати, вот это тоже классно. Здесь, опять же, все цитаты. Вот эту я оставлю. Потому что это в распечатанном, я не помню, есть ли у меня это на флешке. Поэтому это оставлю. Все тоже выкинуть. Вот такие вот тетради на кольцах. Я, наверное, подостаю все вот эти вот блоки, которые не нужны. Но саму тетрадку оставлю. Здесь, кстати, еще, смотрите, есть стикеры. Так что достаем листы с этих тетрадей, их мы выкидываем. Потому что она вся... А, она не вся, кстати, исписана. Сейчас оставим то, что не исписано. Это мы выкидываем. Здесь еще, на самом деле, достаточно листов, которые можно... на которых можно писать. Вот так вот оставляем. Это спокойно может пригодиться мне и в институте. Так. И еще одна тетрадка со сменными блоками. Соберу листы, которые мне не нужны. Здесь, на самом деле, очень много... Очень много еще чистых листов. Посмотрите просто, сколько их здесь. Очень много. Конечно же, я это все оставляю. Но в любом случае, я пока это все положу на лоджию, потому что рюкзак здесь мне не нужен, так как канцелярия в ближайший месяц мне точно не пригодится. Вот эта вот формула, это надо задание дать. Формула типа математики. Что это такое? Это вопросы, которые нужно было задать. Я их уже позадавала. Что тут еще? Значочек непонятно для чего. Текстовый делитель. Маленькая ручка. Кстати, очень удобно брать с собой такие ручки маленькие. Машек. Здесь еще один маленький текстовый делитель. Все. Пусто. Ладно, все, сейчас я все это буду выкидывать. На этом мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.